культурный центр на Алексеевской и выступает первая, самая вообще ответственная, самая волнительная у нас такая вот почетная роль возложена на Лизу Васильеву. Лизонька, уже можно выходить, пусть тебя все поприветствуют. Итак, культурный центр на Алексеевской, Лиза Васильева, история про кошку и ее человек. Да? Тебе микрофон нужен, не нужен? Как у нас с микрофоном, нет? Ну, да. Да, руководители, как? Давай с микрофоном. С микрофоном. Саша Бест. История про кошку и ее человека. В пыльной Москве старый дом в два витражных окошка. Он был построен в какой-то там 12 век. Рядом жила ослепительно черная кошка. Кошка, которую очень любил человек. Нет, не друзья. Кошка просто его замечала, чуточку щурилась, будто смотрела на свет. Сердце стучало, ах, как ее сердце мурчало, если при встрече он тихо шептал «Привет!». Нет, не друзья. Кошка просто ему позволяла гладить себя, на колени садилась сама. В парке однажды она с человеком гуляла. Он вдруг упал, но кошка сошла вдруг с ума. Была сосед и сирена, ни свась, ни отложка. Что же такое творилось у всех в голове? Кошка молчала. Она не была его кошкой. Просто так вышло, что то был ее человек. Кошка ждала, не спала, не пила и не ела. Коротко ждала, когда в окнах появится свет. Просто сидела и даже слегка посидела. Он ведь вернется и тихо шепнет ей «Привет!». В пыльной Москве старый дом два витражных окошка. Минус им жизни и минус еще один век. Он улыбнулся. Ты правда ждала меня, кошка? Кошки не ждут. Глупый, глупый ты мой человек.